Гроза и шквалы в Одессе и области прогнозируют синоптики этим вечером и завтра. Кратковременные дожди охватят весь регион. Скорость ветра до 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха 26 градусов. 29 июня мы ожидаем, что будет преимущественно без осадков день. Затем к ночи 30-го, возможно, ночью 30-го, возможны, опять же, кратковременные дожди, грозы. И затем 1-2 числа преимущественно без осадков. И начинаются очень жаркие дни. По прогнозам, которые есть на сегодня, температура будет достигать по области, я думаю, градусов 37-38. В следующий вторник, 4 июля, синоптики также ждут дожди. Возможно, будет шквальный ветер и даже град.